Беспроводной интернет со скоростью выше 4G теперь пришел и в Чувашию. Речь идет о так называемом стандарте LTE Advanced. И эта новость не только для рядовых пользователей. Скорости этого стандарта позволят поднять на новый уровень телекоммуникационную инфраструктуру региона. Правительство республики и компания «Мегафон» договорились о сотрудничестве в рамках развития цифровой экономики. Соглашение призвано объединить усилия представителей власти и телекоммуникационной компании по внедрению новых технологий в отрасли, связанных с хранением, передачей и обработкой данных. Если говорить о конкретных проектах, это в первую очередь ЖКХ, то есть это умные счетчики, которые в онлайне могут сообщать о энергопотреблении, водопотреблении и так далее, и так далее. Это телемедицина, здравоохранение, это умный транспорт, умные остановки. Реализация указанных проектов поможет повысить уровень жизни в нашей республике и улучшить инвестиционный климат, считают в правительстве.